Наша клиника помогает решить многие эстетические проблемы. Одна из них – это удаление волос. Существует множество способов удаления волос. Это электроэпиляция, биоэпиляция, воздействие лазером. Но самая современная и востребованная – это фотоэпиляция. Данная процедура основана на использовании потоков импульсного светового излучения большой мощности. Длина волн 650-950 нанометров быстро, эффективно и навсегда уменьшает количество волос на коже любого типа, включая загорелую кожу. Процедура комфортна и безболезненна для пациента, так как насадка имеет контактное охлаждение. Удаление волос происходит следующим образом. Энергия светового потока проходит через эпидерму и дерму, не повреждая их, воздействуя на волосяной фолликул, который богат меланином. Меланин поглощает свет и сгорает, разрушая клетки, воспроизводящие волос. Процедура абсолютно безопасна, нет воздействия на окружающие ткани, лимфатические узлы и кровеносные сосуды. Для проведения процедуры фотоэпиляции имеются противопоказания, такие как беременность, период лактации, рецидивирующие инфекции кожи, онкологические заболевания, свежий солнечный загар, келоидные и гипертрофические рубцы.